Здравствуйте, друзья! Пришло время сделать станок простыми инструментами, которые есть у каждого. Достал свои запасы электродвижков. Движок от стиралки, стартер от машины, движок от тещиной газонокосилки, с редуктором от брошюратора и неизвестный движок уже лет 15 у меня валяется. Ну конечно, я забыл про него. Есть еще один движок. У тещи летом сдохла насосная станция, и мной была установлена другая. Ну а мне бонус – старая насосная станция. Лежит в сарайчике, ждет своего часа. Асинхронный движок мощностью 600 Вт и около 2800 оборотов в минуту. Не 2 кВт, конечно, но дареному коню навал не сможет. Тащу его на верстак. Буду потрошить его, смотреть, что с ним, как его использовать в моих целях. Разбираю помпу, крыльчатку долой, туда же втулку, уплотнитель и остальные запчасти. Крыльчатку охлаждения туда же. Таким образом измерил нужную толщину станины станка до ведущего вала. Металл 8 мм отлично подойдет. Сделал ревизию внутренностей и заодно так будет легче производить разметку станины. Почистил герметик и, вдохновившись идеей, поехал на рынок за металлом. Вот, привез кусок листового металла, нашел у них в обрезках. Толщина 8 мм, 240 мм на 1 метр. Весьма тяжеленький, на верстак его. Делаю замеры для отверстия подвал. Размечаю более тонким сверлом, чем крепление отверстия с резьбой. Ну а дальше более толстым сверлом под крепежный болт. Чудо, но все отверстия совпали. Ну почти все. Все делаю по угольнику, чтобы все было четко и ровно. Делаю разметку по периметру. Станок должен быть компактный и каждый миллиметр на счету. Приблизительно здесь должен быть вторичный вал. Здесь ведущий. Там же на рынке взял газлифт на 12 кг в мебельной фурнитуре. Использую его в качестве пружины. После всех подсчетов и разметок рез будет проходить вот по этой линии. Режу, сверлю, нарезаю мечиком резьбу. По поводу петли было много вариантов. Но остановился на самом простом и более точном решении. Сейчас приварю узкие гайки, а муфту, она же удлиненная гайка, оставлю свободной. Зажал ее вот таким образом в ручные тиски, в будущей площадке под вторичный вал. И сейчас приварю. Вот такая штука получилась. Зачистил лепестковым кругом. Сточил грани, швы сделал более красивые. Пока на примерку вкручиваю обрезок болта, потом будет что-то другое, ну придумаю. Площадка отлично ходит в нужных пределах. Первоначально хотел использовать подшипники диаметром 32 мм, потом в магазине подвернулись на 37. Для них просверлю отверстие для вала, обычный болт на 12 мм. Уже нагляднее видно, как будет стоять газлифт. Мне кажется, пластиковые крепления газлифта очень слабенькие и ненадежные. Но на их место отлично подходит муфта шестерка. И можно сделать крепление посерьезнее.
надо просверлить и нарезать резьбу сверху и снизу подкрепления. Болт, гайка и подшипники. И вал готов. 5 подшипников шириной 12 мм. Вал будет как раз шириной 60 мм. Без всяких шайб гайка будет служить контрирующей после установки вала. Опять предварительная примерка. По-моему, углы положения регулировки отличные. С обратной стороны сейчас просверлю отверстие для регулировочного болта и нарежу в нем резьбу. Выяснился еще один нюанс. Разность высоты рычага и станины для крепления газлифта буду компенсировать вот этим кусочком. Приварю его на рычаг, он же будет служить дополнительным ограничением хода. Вот такие получились крепления газлифта из муфты и кусочка металла. Их сделал 2 штуки. Примеряю его на свое место. Просверлил отверстие и нарезал резьбу под шестерку. Как будто здесь и стоял на своем месте. Ход хороший, но сила натяжения, конечно, уменьшилась. Из-за того, что к рычагу она подходит ближе к оси вращения. Снова примерка. Вот так пока все выглядит. Думаю, регулировочный болт должен быть посередине, максимально дальше от оси вращения петли, для более точной регулировки угла положения вала. Просверлил отверстие, конечно же, нарезал резьбу. По изготовлению ручек и ведущему валу скажу немного позднее. Пришло время делать опорную пластину, наверное, так она называется. Чтобы попроще делать крепление, буду делать его из уголка. Как раз будет легче соблюсти точный угол в 90 градусов. Сейчас отрежу и сделаю крепление пока с одной стороны. Посмотрю, что получится. Отрезал. Будет как-то так. Регулировка должна быть по наклону и вылету будущей пластины. Сделал отверстие с резьбой под уголок, болты 10 мм. Все как и хотелось, пределы регулировок отличные, точность ровно 90 градусов. С другой стороны будет крепиться пластина, также с регулировками в нескольких положениях. Все вроде бы вышло, примеряю. По-моему, все отлично получилось. Мне нравится узел. Остается обрезать болты и шлифануть. Немного подрезал углы, так интереснее выглядит. Теперь надо сделать столик. Хочу также сделать его регулируемым. Из-за небольшого размера ленты регулировки должны быть обширные. Вот по этой линии будет бежать лента. И такие регулировки должны быть по углу наклона и высоте.
Я пойду более сложным путем. Буду делать вот такую конструкцию с двумя блокирующими болтами. Как всегда, все по угольнику, потом исправить не получится. Долго все подгонял, но ходит все точно и без люфтов. Сверху будет еще пластина. Сейчас просверлю отверстие под болты и нарежу резьбу. Приварю с двух сторон. Здесь и здесь. Пока остывает станина после сварки, делаю болт для петли. Болт под шестигранник. Не стал сверлить резьбу в гайках, проще сточить на болту. Если что, будет возможность хотя бы переделать, если не получится. Примеряю крепление петли. Именно такой способ выбрал из-за того, чтобы ничего не мешало смотреть сверху на заготовку при работе и не выходило за границы ленты. Сделал столик, он же подручник, наверное. Сделал его побольше. Крепиться будет вот так. Но мешается родной блок подключения движка. Быстренько сгонял на рынок и в электрике купил за 70 рублей распред коробку вместо старой. Внутри ничего нового. Пусковой конденсатор, колодка подключения, выключатель, провода. Переделываю новую коробку, пропилы под выключатели и провода. Все примеряю, как будет сидеть. Один выключатель для включения, а второй для будущей модификации. Есть отличная идея. Супер, все в покраску. Все покрашено. Ввод для кабеля вырезал из старой коробки. Хорошо подошел. Он герметичный и крепко фиксирует кабель. Выключатели встали как родные. Они также поливлагозащитные, а в крышке проходит резиновый уплотнитель. Собираем гриндер. Оригинальный цвет, правда? Не ожидал даже. Все же посчитал, что одного газлифта мало, докупил еще один и доработал немного крепления. С помощью моей жены, которая всегда за кадром участвует в проектах, установил рычаг и натянул газлифты. Собираю петлю и вторичный вал. Получился классный узел. Шлифанул немного пластину, устанавливаю крепеж и все это на станину. Пробежался лепестковым кругом по столику со всех сторон. Чтобы не удлинять это видео, как я делал ведущий вал и эксперименты с ручками регулировки, все подручными средствами, подробно расскажу в отдельном видео, буквально через несколько дней. Так что не забудьте подписаться, кто этого еще не сделал, и колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. 610-е ленты 40-80 и 120 грит купил в ближайшем магазине на 150 рублей. И из них вышло 6 лент шириной 50 мм. Неплохо по сравнению с ценой одной большой ленты, правда?
остался незадействованным второй конец вала движка, а значит скоро будет видео с модификацией. Есть классные идеи по этому валу и выключателю. Реально превосходная самоделка. Супер станок моей мечты. Все работает четко и как должно. Лента регулируется точно и четко. Есть множество регулировок. Никаких бычкообразных валов. Никакой клееной фанеры. Все сделано только болгаркой и дрелью. Его возможно сделать и без сварки. И он совсем недорог в изготовлении. Скоро будет грандиозные модификации и большие испытания его. Ребята, у канала появились группы для общения в Фейсбуке и ВКонтакте. Ссылки в описании. Вступайте, будем общаться. Если понравилось, давите лайкос, подписка, колокольчик, ну вы сами все знаете. Жду ваших комментариев. Спасибо вам, ребята, за просмотр. До свидания, друзья.